руками вначале. Отпустите правую колено на пол, лодыжки на пол, правую носком чуть-чуть выше. Выпрямляем левую ногу носок на себя. Со вдохом толкаем. Снова руки расслабились. Готовьте левая нога назад вверх, собака трепещущая пульс, поднятая левая нога. Открываем глаза, старайтесь выше поднимать левую ногу, через правое плечо посмотрите на левую ногу. Посмотрели вперед, закрыли глаз. Если вам сложно, можете отпускать правую колено на пол. Выдох, высокий пол. Держим левую ногу на носу. Чатуранга, выдох. Ну, хорошо, мужчина. Причем на руки задержим. Еще чуть-чуть. Сворачиваемся посередине. Делаем ножи шире. Носки разворачиваем. Правая рука сверху левая. Можно согнуть левую ногу, чтобы сделать захват. Правая рука за левую ногу, левая рука за левую. Потом ныряем правую руку. Смотреть вверх. И потихонечку выпрямляем левую ногу. Еще раз выдохом левую ногу назад. Открыли таз, выше поднимаем ногу, через правое плечо смотрим на левые пятки. Посмотрели вперед, закрыли таз. Вниз, вниз, приход, поднимите левую ногу. Если вам сложно, отпустите правую ногу. Выдох, четыре. Вдох, вперед. Ладони стопы выпрямляя правую ногу, пятую вытяжение. Смотрели вперед, подходим правой ногой, вот так отпустите коленку на пол. И осторожно поле подойди правой пятки. Левая нога получается на левое плечо поднята. Выпрямляем правую ногу вперед. И выше на левое плечо фиксируем левую ногу. Плечом толкается бедро назад. Выше бедро. Еще чуть-чуть. А теперь пробуйте правой рукой захватывать. Левый носочек, левую ладонь так на коврике. Из-под правого плеча смотрим вверх. И может правая рука за затылком. Остальные не выпрямлять левую ногу. Остальные продолжаем вот так плечом толкать ногу назад. Руками тоже.
конечно, ибо мы не захватываем большие пальцы стоп. Вдох, посмотрели вперед, прогиб. Медленно выпрямляем, продолжаем смотреть вперед. Выпрямляем голову. Сгибаем, выпрямляем. Пробуйте выпрямить ноги, продолжаем смотреть вперед. Закрыли глаза, расслабьтесь. Расслабьте левую шею. Распределите вес тела на середине стопы. Если у вас глубокий наклон, ладони подносите. Итак, расслабляемся, провисаем вниз. Направьте ваше внимание в области живота, стопы, выдохом, постой. Через сторону вдох, выдох, опустите напряжение, очищаем вдох, остатки напряжения выдох, разворот через глаза, вдох, фокус, закрыть глаза, тадасана. Делаем правую руку до кончиков пальцев, да? не расслабляйте руку, вытяжение вверх. По возможности руки за затылком, наклон в левую сторону, из-под правой, сейчас смотрим вверх, продолжаем ниже наклон, еще чуть-чуть ниже. Три раза. Фиксируем правую стопу изнутри левой. А если не получается больше, можно немножечко выпрямить. Через сторону вдох. Вот она погода идеальная. Когда еще чуть ветер, но только жара. На линии пути отпускаем руки. И наклон вправо стопы. В сторону бедра. Еще чуть ниже. Соединяем ладони. Сводите правую ногу. Выстраиваем правильно форму. Толкаем грудь вперед, макушка вверх. Собака морда вниз. Ниже грудной клетки. Высокий вверх. Несосложно отпустите колени на четвертый. Вперед, с выдохом выжимаем хвост. Толкаем грудь еще вперед. И по готовности в правую сторону разворачиваемся.
тоже вот так вот фиксируем, как плечи выше на 5 волос. Ноги выше на плечах, на носках поднялись. И чуть-чуть таз поднимаем, аккуратно передаем вес тела вперед. Вот таз мы переходим. Если вы легко выпрямляете ноги, поднимайте носки. Если вам сложно, работайте по одной, выпрямите правую, потом все равно выпрямите левую. Чередуйте эти движения. Двигаемся в начале кубика. Правой ногой шаг вперед. Отпустите левую коленку. Поднялись. Руками через ковер. На линии плечевой, да? Расскажу. Выпрямляем. И правую. Медленно выдох. Правую ногу и с выдохом правой ногой мы задвиг, собака, трепущий ногой, склонит ступень. Открывая таз, выше поднимаем ногу через левое плечо, посмотрели на правые пяточки. Закрыли таз, посмотрели вперед. Если вам сложно, отпустите левую колено на кубике, на высокий вход. Выдох. Посередине старайтесь пятки в одной линии и носки внутри. Можно чуть ниже делать шаг. Левая рука сверху правой. Согните чуть правую ногу, будет удобно делать опор. Левая сверху правой. Теперь ныряем головой под левым плечом. Ногу вверх и потихонечку выпрямим правую ногу. Выпрямили левую ногу вперед и правую на плечо выше. Старайтесь вот так вот руками поднимать выше и плечо вниз. Выпрямляем ноги, смотрим вперед. Расслабляемся.
выпрямляем вперед, напрягаем. И расслабили. А теперь тазом чуть назад, только на ширину бедра. Большой палец правый в кулачке. Смотрите, если вы вот так вот расслабите, вот здесь есть, вы не почувствуете работу плеча. Поэтому мы держим вот так вот в тонусе. Угол 90 градусов, локоть, да? Упор под правое бедро. Не сверху, снизу делаем захват, толкая грудь вперед, поднимаясь. Потяните руку влево. Можете еще ногу вперед, чтобы было удобно. Видите, в корпусе не ходит, держите ровненько вверх. И если вы так вот расслабили, вы не чувствуете. Вы здесь держите. Вот. Это скрутка сустава левого правого плеча, поэтому наблюдаем правое плечо. Это облегченный вариант. Более глубокий вариант с тыльной стороной. На уровне лопаток самое сложное. Если вам очень сложно, вы отпускаете поясницу. Изнутри, локоть изнутри правого бедра. И бедром тоже толкаем локоть вперед. Не разворачивайтесь корпусом, держите грудь вперед. Наблюдаем. Вкратце шаг от нас поможет. Ирина, вы чувствуете, да, плечо? Если вы не чувствуете, говорите, значит, что-то неправильно было. У нас и найдем. Аккуратно освободите правое нога перед левой. Перекатитесь и выходим низкую кошку. Низкую кошку, колено ширине будет. Прямыми руками вперед. И со сложной лодкой будет получать подбородку. Также колени на ширине бедра, теперь правая рука вот так вот уходит, чтобы плечо отпускалось на середину. Да? Вот середину между коленками на уровне плеча. Отпускаем правое плечо. Тоже голову на затылке разворачиваем, левую руку назад, захватываем правое бедро. И стремление разворачиваться левым плечом максимально назад, взглядом вверх. Ложимся на живот и лежа на животе правую руку в сторону. Ложку в конец. Готовность на правый вдох. Когда отключились, если у вас язык есть, продолжаем аккуратно назад разворачивать. По чуть-чуть. Назад. Кто усиливает форму, левую ногу сверху правую.
выпрямляем голову вперед. Продолжаем левую руку держаться правой рукой. И достаем правую руку из корпуса. Левую носу, подкрываем часть на кинге. Посмотрели вперед, левая рука отпускает захват и выходит назад. Продолжаем правую руку держаться за левую носку. Наклон вперед. Повторяем этот же цикл на левую руку на правую, да? Вот так назад, пальчиками назад, выше грудь, двигаемся тазом вперед, полная дыха. Закрыли глаза, старайтесь расслабиться, если появляется запас, двигаемся тазом еще. И так продолжаем работать. Выпрямляем руки вперед, выпрямляем и расслабляем. Чуть стопаем на ширине бедра и вперед, чтобы вам было удобно. Вот так поднять спинку, да? Ваши пальцы в кулачки, 90 градусов от рука. Здесь в области запястья наблюдаем, чтобы не расслаблялась вот так, а держалась, да, вот так. Не сверху, а снизу руки захватываем. Локоть вверх. Пол. И правой рукой держим. Толкаем грудь вперед. Вот, что мы хотим. Моим пальцем. Тут на эндженоги привозим. Все чувствуют? Говорите, кто не чувствует. Либо так продолжаем работать, то чувствую, что есть запас, либо на уровне лопатки, либо ниже. Вот так вот, тыльной стороной, локоть изнутри делаем. Да? Продолжаем грудь вперед, пожалуйста. Не разворачивайте справа, потому что вы теряете. Толкаем грудь вперед. Когда выходите из асаны, старайтесь не делая это резко, мягко, осторожно, пускать лишнее напряжение, да, по чуть-чуть. Лево перед правой, переходите вперед на голову. Низкая кошка, колено ширине бедер. Прямыми руками вперед, либо подбородком, и касаемся, либо лбом, как вам удобно. Шейный грудной центр, наблюдаем. И прогибаемся ниже, если это так. Хорошо? Поднимаемся в кошки. Левая рука. Опять
опять же, плечо по центру, да, вот ровно печально, довольно вверх, опускает у нас полностью голову, ногу только разворачиваем. Правую руку делаем как назад и захватываем левое бедро. И в этой стройке стараемся разворачивать правое плечо назад. Максимально. Левая рука в сторону, ладони вниз. На левый бок. И такой заклад наблюдали. Наклон плечом правым, правым бедром, смотрим на левую руку. И кто достает левой рукой, захватываем правую руку. С под левого плеча смотрим вверх. Смотрим в сторону, правую руку спустим.
плечи раскрыты, туная грудка. Поднимаем таз, у нас станет вверх. Сгибаем ноги, старайтесь ближе к пяткам. Выше. Отпускаем, направляем спину, ложимся. Осторожно подниматься, контролируйте каждый момент. Кто-то ближе к ягодицам, колени ближе к ягодицам. Разворачиваем плечи к ягодицам, выкатываем. Если хотите попробовать, то перелетаем вниз, не спеша. Ребенок подключаем, да? Потом перелетаем вверх, потом вниз. Отпустите колени, отнимаем ноги, компенсируем, когда вырезаем на колени в сторону, так аккуратно, по чуть-чуть, и проводим в сторону. Перевернуты на спину, подоконности, ноги за голову. Когда не выпрямляйте, ложки не выпрямляйте. Поднимаем ноги, кардан дальше. Отпускаем вместе на самом натяжении стороны, подхватываем голову и поднимаем руку на ногу. Голову шею расслабим, выдохнем выше. Носка вперед уже. И еще выше грудь. Отпустите кожу. Плечами поворот вперед. Так вот, взяли машину. Основу вот, поток Божьей Матери с Ивеева, то собрано.